Румынию продолжают сотрясать самые масштабные народные протесты со времен падения коммунистического режима. В среду вечером второй день подряд более 20 тысяч человек снова вышли на улицы Бухареста. Люди устали от коррупции, и последней каплей стал смертоносный пожар в ночном клубе, унесший жизни 32 человек. Демонстрации проходят также в других городах страны. Народный гнев не успокоила и отставка премьер-министра Виктора Понте ранее в тот же день. «В первую очередь мы пришли сюда бороться с коррупцией, коррупционерами и системой, которая от них зависит. Если система не уберет коррупционеров, то народ сам будет вершить правосудие. Если в 1989 году мы боролись за свободу, то в 2015 мы боремся за справедливость». Коррупция – известная проблема Румынии. Из-за нее страну поначалу даже не хотели принимать в Европейский Союз. В то время Румыния пообещала исправиться, были проведены реформы и аресты, сняты с постов многие чиновники. Однако народ уверен, что это было сделано лишь для видимости, и в корне проблема не решена. Протестующие считают, отставка премьера должна быть началом коренного обновления в рядах политиков. «Мы хотим новых людей, по меньшей мере правительства технократов. Если сейчас у нас нет чистых политиков, то давайте сформируем технократическое правительство из тех экспертов, которые есть в нашей стране». Уже бывший премьер Понта ушел в отставку вместе со всем правительством. Свой пост он занимал с 2012 года. Поначалу народ возлагал на него немалые надежды, но вскоре последовало разочарование. Серьезных реформ он так и не провел. Потом обвинили в коррупции его самого. Возбуждено уголовное дело, и первые судебные слушания должны состояться в этом месяце. Напомним, спровоцировавший протесты пожар в популярном ночном клубе Бухареста произошел на прошлой неделе. Во время рок-концерта использовали пиротехнику, началось возгорание, выход из помещения был только один. Помимо десятков погибших, около 200 человек пострадали, состояние многих врачей оценивают как критическое.